Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию Илью Шакунова, однолюб, актер и его знаменитая красавица-жена. Как выглядит дочь, которая тоже стала актрисой. Востребованный российский актер театра и кино Илья Шакунов является однолюбом. Он уже давно женат на знаменитой красавице-актрисе Анне Дюковой. Звездная пара познакомилась в театре в Санкт-Петербурге при репетиции совместного спектакля. Они понравились друг другу и спустя время заключили брак. В этом браке появилось на свет двое детей – дочь Василиса и сын Макар. Стоит сказать, что дочь пошла по стопам родителей и тоже становится актрисой. Также Василиса уже приняла участие в съемках картины «Нахимовцы». Вообще, дети Ильи Шакунова растут очень творческими личностями. Дочь ходит на танцы, занимается вокалом, пишет стихи, а сын играет на музыкальных инструментах. К сожалению, в сети нет фото детей Ильи Шакунова. Есть только одна фотография дочери. По словам актера, он воспитывает детей в строгости, но в любви, поэтому его дети счастливы. Актер Илья Шакунов вместе с семьей предпочитает отдыхать на даче, наслаждаясь свежим воздухом. Их дача находится в пригороде Санкт-Петербурга. Илья тщательно следит за своим телом и здоровьем, и поэтому занимается спортом. Из всех видов спорта актер предпочитает баскетбол. Надо сказать, что с его ростом и спортивным телосложением у него хорошо получается играть различные роли. Вообще, несмотря на слухи о похождениях актера с коллегами по съемочной площадке, Илья, по его словам, остается верен своей супруге и утверждает, что ни Мария Порошина, ни Алена Бабенко не сумели его соблазнить, хотя теплое отношение к актрисам было в процессе работы. Сейчас актер продолжает съемки в различных проектах и достаточную часть времени и сил отдает на вживание в образ. Какие названия фильмов с игрой артиста Ильи Шакунова вы видели? И вообще, дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста. А мне, в свою очередь, хочется ему пожелать еще долгих лет совместной жизни со своей замечательной супругой, успехов в творчестве, новых интересных проектов и, конечно же, огромное количество главных ролей. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока.